Фасонный жилет за полтора часа кропотливой работы – задача для лучших портных из Ростова, Новочеркасска и Шахт. Возможность испытать себя выпала на областном конкурсе «Лучший по профессии». Мы вообще придаем большое значение проведению этого конкурса, поскольку это один из элементов нашей работы по повышению престижа рабочих специальностей. Сначала теория, затем практика. Четкие и правильные ответы на вопросы по профессии участникам приносит до 15 баллов. Качество выполненного практического задания – до 20. Скорость работы оценивается на 10. Среди жюри – непредвзятые специалисты разных швейных предприятий. Чтобы участвовать в конкурсе, 6 участниц от швейных фабрик должны отработать по профессии не менее 3 лет. Я просто уже участвовала в конкурсе, именно в модере. Поэтому меня еще раз направите сюда. Понятно, что волнение было, поэтому не все идеально получилось. Татьяна Тимонова – портной с 6-летним стажем. В конкурсе «Лучший по профессии» прошлых лет уже занимала первое место. По итогам этого конкурса – почетное второе. Главный приз завоевала Любовь Ласкова из Донской столицы. Кроме признания, лучший портной получает право отстаивать честь Донского края на всероссийском конкурсе, который состоится в конце этого года. Лента победителя. Сергей Мирошниченко, Юрий Бабенко. Главные новости.